Очень вкусный кекс с ароматом груши и меда, печь его можно и зимой, ведь использовать мы будем консервированные груши, а если хотите летом, просто сварите груши в сиропе, кекс понравится всем. Предлагаю приготовить вкусный и очень ароматный кекс с грушами к теплому чаепитию, приготовить его несложно, самое главное, соблюдать все правила рецепта, кекс получится в меру влажным и понравится всем без исключения. 1. Смешаем все сухие составляющие, муку, разрыхлитель, сахар, корицу и лимонную цедру, вместо лимонной цедры можно использовать апельсиновую, тоже будет вкусно. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписавшимся, больше вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Мука пшеничная, 220 грамм. Груши консервированные, 200 грамм. Коричневый сахар, 40 грамм. Мед жидкий, 120 грамм, 95, в тесто, остальное для глазировки. Яйцо 1 штука, большое. Растительное масло, 60 мл. Грушевый сироп, 100 мл. Разрыхлитель для теста, 15 грамм. Корица 1 чайная ложка. Цедра лимона, 2 чайных ложки. Соль 1 щепотка. Количество порций 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!